Как сообщил на заседании комиссии по подготовке к отопительному сезону мэр Магадана Юрий Гришан, на днях ночью температура воздуха на Снежной долине опускалась до плюс 2 градусов, а на горнолыжке минус 1 градус. Все работы по подготовке областного центра к новому отопительному сезону жестко регламентированы, подчеркнул в своем докладе руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии Магадана Анатолий Худинин. Все работы по подготовке к зиме должны быть завершены к 1 сентября. К 15 сентября должен быть получен паспорт потребителей тепловой энергии. До 1 ноября паспорта должны получить теплоснабжающие организации. 15 ноября это муниципалитет. Планом подготовки муниципалитета к зимнему сезону предусмотрено финансирование запланированных мероприятий в размере 471 миллион рублей, из которых на сегодняшний день реализовано мероприятий на 175 миллионов рублей или 37%. При этом подготовка жилищного фонда на фоне общей готовности города идет более успешно. Из 102 миллионов рублей 70 уже реализованы, что составляет чуть более 64%. Например, по ремонту швов исполнение плановых работ составляет 61%. 10 тысяч погонных метров из 17 тысяч запланированных. По ремонту кровли выполнено 64% объема работ. Работ по утеплению торцов зданий 63%. На отопительный сезон 21-22 ведутся работы по основному оборудованию, уже у нас отремонтировано. Это турбоагрегат номер 8, котлоагрегат номер 5. 23 июля закончился ремонт котлоагрегата номер 6. И с 4 августа начинается ремонт котлоагрегата номер 7. Также ведутся работы на вспомогательном оборудовании. В данный момент в связи с отключением у нас проводятся работы на подпитке. На подпиточной линии эти работы проводятся хозспособом. Также у нас ремонтируется здание сооружения и тепломагистрали. В принципе, мы идем по графику, отставания от графика нет. В настоящее время на склады Магаданской ТЭЦ уже завезено около 100 тысяч тонн угля. В настоящее время уже разгрузился пятый теплоход, доставивший еще 27 тысяч тонн. Это будет примерно половина от планируемых на зимний отопительный период запасов угля – 250 тысяч тонн. Но теперь запасы угля пополняются даже с опережением.